И одно из самых ожидаемых событий культурной жизни региона произойдет уже в эти выходные. Ежегодно в конце августа народный артист России Николай Луганский дает большой концерт в музее-усадьбе Рахманинова Ивановка. Завтра в 17 часов выдающийся российский пианист исполнит для почитателей классической музыки и своего таланта произведения русских и зарубежных композиторов.